вами. Знаете, не устаю выполнять ваши просьбы, очень много не успеваю, конечно, даже по два ролика в день. Некоторые сразу же предупреждаю, если я заходите в Инстаграм и смотрите, я отдельно там опубликовываю ролики, которые тут заблокировал мне YouTube. У них такая политика выбрана, или это политика автора, короче, заблокирована во всех странах. Пишут, там человек 5 может прорваться, как-то посмотреть, и все. Я подаю возражения, они мне отказывают, и все. О, этот, ну, зарабатывайте на мне деньги, ну, зарабатывайте, дайте людям посмотреть. Не я зарабатываю, вы. Авторское право в основном на всем лежит авторское право. И они на мне денежки зарабатывают. У меня выходит, вот я, допустим, там 10 роликов отсняла, может, один или два сняли авторское право, а остальные все люди зарабатывают. Ну, пусть им мало, пускай зарабатывают. Я ничего, у меня бабушка развлекается, смотрит, и вам интересно многим. Я смотрю, что подписки возросли, значит, и вам интересно. Вот и сегодня. Сегодня мне подсунули песенку Стас Пьеха. Самый первый раз. Давно я его не слушала, или, может, с вами вообще на него реакцию, что не помню, не делала. Так-то я его слушаю, и, ну, давненько не слышал. Так что, Стас Пьеха, слушаем. Поехали! Ау! Это был особый способ. Ты сказала, легче без любви. Для начала нет вопросов, чувства взаймы. До покрова я обратно прошлое забуду. Я ищу тебя и только чтобы вернуть. Твоей любовью был распят ее манящий взгляд. Не забывай. На руки ночь возьму, за небо загляну. Там, где ты когда-то прошептал «люблю». У мечты надежды ворог счастье ищу. Я надеюсь достучаться. Я хочу любви, как в первый раз. На пороге плачет счастье. Это мой час. Твоей любовью был распят ее манящий взгляд. Забывай, на руки ночь возьму, за небо загляну. Там, где ты любви сдалась в самый первый раз, за небо загляну, опять тебя верну. Туда, где ты любви сдалась в самый первый раз.
Песня прекрасная, мне очень понравилась. Да и Стас, как всегда, на высоте, на высоте. Тут ничего не скажет. Он мне нравится и своим поведением, и своим пением, и своим голосом, так сказать. Я его с удовольствием всегда слушаю, с удовольствием. Мне нравится, восхищаюсь. У него всегда песни со смыслом такие. Вот мне нравится. Очень такая вот и эта песня. Возьмите, очень такая душевненькая, нежная такая. О, красивая песня. Конечно, клип себе, так, этой нежности, знаете, вот в клипе не видно было, эту девушку взяли, ну, надо было взять другую девушку, это очень мне не понравилось, так сказать, накачанная, перекачанная во всех местах, и губы, и грудь, все это видно, так что портит впечатление, надо было взять какую-нибудь нежненькую, простенькую, там показать, знаете. А так фальшь это уже надоело. Думаю, не только мне, а всем хочется естественной красоты. А так песня замечательная. Его голос, его баритон меня всегда восхищают. Мне так все это нравится. Я с удовольствием слушаю, смотрю его. А вот клип этот не понравился. Просто не понравился. Так что пока-пока, до новых встреч. Ждем новый клип.